Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, и сегодня 25 число, сегодня вы проведете со мной мой день. А сейчас у нас по плану это... Кстати, сегодня день пешеходного хода, так сказать, день без машины, потому что пока что делается страховка, без страховки ездить нельзя, поэтому сегодня день мы проведем пешком. По планам, что по планам? Сейчас поехать на работу. Насте надо в универ, мне на работу. Потом нам сегодня нужно зайти еще на почту и еще нужно зайти в Макдональдс. Там сегодня должны появиться новые игрушечки, чтобы снять для вас обзор. И, собственно, я вот потихоньку собираюсь. Сейчас уже нужно будет выходить. Выходить нужно пораньше, чем обычно, потому что дойти пока до остановки, ждать пазик и так далее. Вот, пойдемте. А вот кто сидит и смотрит, как я снимаю первую часть своего видео. Здравствуйте. Поля. Всем привет. Всем привет, Поль. Да или нет? Кс-кс-кс-кс. Полюш. Всегда так попадает, когда я снимаю Поля, она очень спокойная. Надо как-то, блин, заснять ее, когда она бешеная, бесится, играет и так далее. Когда она неспокойна. А то снимаешь такая спокойная, тихая, примерная девчонка. А как ты бесишься, бегаешь тут везде, никто не видел еще. Ну ничего, я тебя выведу на чистую воду. Да, Полюш? Ладно, пойдемте. Вот так вот. Угу. Почесались его. И еще моемся. Напачкал Димка. Напачкал Димка тебе, да? Напачкал? Ну вот. Мороз и солнце. День чудесный. Чего ж ты дремлешь, друг прелестный? Так, чуваки, как я вам и говорил, сегодня у нас пешеходный день. Я вот сегодня в шапочке, потому что я на машине и в кепке довольно, мне кажется, будет прохладно. Вот, иду на остановку. Сейчас мы встретимся с Настей и поедем в центр. Я на работу, она сдавать экзамен. Вот, а потом почта, Макдональдс и так далее. Смотрите, уже на улице все везде в снегу. Это еще не настолько много снега, насколько может быть. Ну ладно, идемте сейчас. Что-нибудь покажу еще по пути. РОВД. Милиция. Ой, полиция. Наша полиция, так сказать, доблестная. Достаточно там красиво впереди. Ну, что-то на видео не так красиво. Может, сейчас сфоткаю. Потому что там солнышко так, подсвечен собор. Вот, я все еще направляюсь на свою остановку. Так давно не ходил пешком, что не знал даже, что здесь построили забор. Его здесь раньше не было. Вот, смотрите, какой открывается офигительно красивый вид. И специально пошел рядом с собором, смотрите. Сейчас еще погода такая классная, сейчас покажу еще вам по пути. А я тем временем поднимаюсь по аллейке и иду рядом с собором. Сейчас я вам его еще покажу. Прямо сейчас я выйду прямиком вот туда, на остановку. А вот смотрите, какой красивичный собор. Вот тут начинается он. Очень классный. Не правда ли? Мне кажется, очень красиво смотрится. Мне очень нравится. Я люблю всякую такую красоту и буду вам, собственно, ее показывать. Потому что показывать больше особо нечего. Смотри, сколько голубков, чуваки. Огромное просто количество. Пур-пур-пур, голубушки. Блин, очень жалко то, что оттеняет тень его. Если бы он был сейчас полностью на свету, было бы гораздо круче. А так вот, смотрите. Это не центральный вход, но так он смотрится. Вот, короче, смотрите, подальше почти весь попадает в кадр. Но очень жалко то, что с оттенением. Придется показывать потом еще разок. А вот тут аллейка, вон перекресток, рынок и недавно построенный суд. И все, снежочек, сейчас мы поедем вот туда, на автобусе. Поехали. Смотрите, какой потрясающий блик на суде. По-моему, очень красиво. Сейчас отправимся вот туда. Мы ждем пазик, чуваки. Мы сели в пазик. А мы едем. Все, чуваки, а мы уже бежим на работку. Сейчас мы уже придем. Она находится вот там. Я сейчас вышел как раз с остановочки и чуть завернул, и вот я уже, короче, иду. Надеюсь, меня там недолго продержат, потому что еще есть, так сказать, у меня дела разнообразнические, ну, такие интереснические дела, как, например, зайти в Макдак и купить новых игрушек. Обязательно это нужно сделать будет. Потом мы еще... Кстати, пешеходный день, это очень прикольно. Сегодня прям буду ходить только пешком. Вот, потом пойдем... Обязательно заедем на почту. И вот, ну, пока так, не знаю, пока больше других особо планов. Я что-то не помню, что еще, куда нужно будет зайти.
Вот, пока что идем на работу. А еще я, дурак, додумался повернуть на своей камере крутилку на режим видео. И там что-то про стабилизацию, возможно, сейчас не будет даже трястись. Но я потом посмотрю уже, когда будут монтировать. Смотрите, какая крутая тачка. И это Underground Hyundai Tiburon. А вон то злачное заведение. Сейчас мы пойдем вот туда, вот в те елочки. Идемте со мной. А это вот у нас тут есть наш Онегин. Смотрите, какой здоровый, длинный, большой. Это типа жилой дом, а на первом этаже тут вот тут везде магазины, магазины, магазины. А смотри, судя по всему, там дома, короче. Дом, так сказать, не для бедных людей. Вот так вот он, такой достаточно красивый. Так смотрится, ладно, идемте. Вот, смотрите, чуваки, еще издалека, короче, подальше отошел. Просто красиво, нечего больше ранки показывать. Красоты больше нет. Сейчас еще покажу фотку. Смотрите на фотку. Красивошные елочки. Все в снегу. По-моему, очень классно. Не правда ли? Прям, кстати, надо сфоткать. Короче, вот такая красота, чуваки, а мы продолжаем свой путь на работу. Сейчас уже вот за елочками будет здание, короче, в которое мы войдем, которое я вам уже показывал. А вот и горил, короче. Во, вообще, смотрите, красота какая. Очень круто. Очень красивые елочки. Вот. В общем, идемте на работу. Ага, я снова здесь. Сейчас мы будем вызывать лифт. Ну все, чуваки, поехали. Ну вот, чуваки, я и тут. Сейчас мы будем кое-что заниматься, так сказать. А вот, смотрите, видок с окна, короче. Тут что? Дом, двор, и ничего интересного нету. И везде кругом снег, 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 снег. Смотрите. Вот так. Так и живем. Нас спасает эта штука холодными зимними. Днями, ночами и т.д. Совсем забыл, чуваки, тут в туалете зеркало, короче, чисто для селфи. Всем привет, братцы. А между прочим, я уже все, и мы сейчас выдвигаемся к университету, чтобы встретить Настю. Пошлите. А я улепетываю на крыльях ночи и иду к университету. А вы пойдете со мной, потому что, естественно, я вас с собой возьму. Идемте. Опять красивые елочки, смотрите. Очень крутые, вообще мне очень нравятся. Потрясающие. Вот они, вот они, вот они. Так, и мы, короче, направляемся прямиком to the university, так сказать. А потом Макдак, скорее всего. Вот, так что идемте со мной. Я уже, кстати, блин, пешком так прикольно ходить. И вложки делать круче гораздо пешком, когда не сюда из машины. А это идешь пешком и разговариваешь, вообще круто. Фу, ладно, все, идем. Так, решил скоротить путь до универа дворами, короче. И вот, смотрите, Онегин с другой стороны, вон там вход. Там все перекрыто нафиг, на замки, короче, не пускают, типа, суперэлитный дом, короче, крутой. Он, правда, красивый, не знаю, что там внутри, но прикольно смотрится. Вот. Блин, а я здесь вообще пройду, что куда пошел, не знаю, ни разу здесь не ходил. Решил сократить. И не знаю, короче, куда меня это принесет. Точнее, не приведет. Так, вот тут вроде есть ход. Ну, пойдемте со мной попробуем пройти. Специально пошел дворами, чтобы можно было поспокойнее поснимать. И не знаю, куда я иду. Не знаю, куда я иду. Никогда здесь не был. Этими дворами не ходил. Вот тут какие-то дворы у нас. Дома, вот эта домишка. Значительно попроще Онегина, не правда ли? По-моему, о, тут какой-то детсадик даже. Садик для деток. Оксимирон. А, нет, вроде даже есть какой-то ход, проход. Вот, и мы, короче, сейчас попробуем пробраться до универа как-то. О, смотрите, вот он. Издалека Онегин вообще красявошный, какой красивый. Еще бы дальше весь бы его сфоткать, было бы вообще круто смотреть. Мне прям нравится, красиво. Очень прикольно. Не знаю, как вам. А стой, дайте-ка я сейчас сфоткаю даже, подождите секунду. Вот и все, чуваки, фоточка готова. Вы ее сейчас увидели уже. Вот, вставлю, и мы продолжаем, в общем, искать путь из этих дебрей, из закоулков центральных дворов, собственно. Гадается. О, смотрите, как сейчас назумим, как украсили, короче, в садике. Внутри вон это. Детишкам украсили беседочки. Ладно, идем дальше. Итак, чуваки, зря я, короче, тут пошел. Оказалось, здесь. Сейчас я спросил у женщины, как мне, короче, выйти.
Оказалось, что здесь всего один выход с этих закоулков. Мне, короче, сказали следовать за женщиной. И я иду за этой женщиной, чтобы выйти отсюда. Вот она. Все, мы выходим. Забыть в городскую. Какие забавные здесь хижины двухэтажные. Сравните, вот стоит Онегин. И вот такие тут здания. Довольно несправедливо, да? Кто-то живет в таком суперском чудо-мажорском доме, а кто-то вот в таком не очень доме. В общем, ладно, мы выходим, а там Бытевград. Кстати, я вам показывал как-то мельком. Походу, вот здесь только выход был из этих дворов. Можно было здесь не идти. Ну ладно, я уже, наверное, прошел где-то полпути. Так, вон там куда-то еще можно. Но я думаю, там я не выйду, поэтому давайте... Сейчас еще Бытевград покажу, как... Стоп! Сейчас вон еще дом какой прикольный. Это дом напротив Онегина. Вот, смотрите, сам Онегин уже бок его. А вон, смотрите, вот еще какой офигительный дом. Сейчас я обязательно сделаю фоточку. И обязательно ее вставлю. Так, секунду. Итак, вот мы, короче, вышли. Смотрите, здесь у нас этот Бытевград. Как повыше сейчас вот так покажу. Вот, короче, Бытевград здесь. Там какие уж магазины. Много там и фикс прайс, и онлайн какая-то. Анита. Ну, там много всякой строительной дребедени, короче. Вот так. А мы идем. Время, кстати, 11:25. Мы идем в универ. Идемте. Так, смотрите, чуваки, еще чуть пониже от этого. От вон был Бытевград. У нас здесь еще есть, короче, салон Мегафона. Центральный, по-моему, он. Или какой? Вот, в общем. Сейчас приближу даже. Вот он. Это Мегафоша. Смотрите. А мы все продолжаем наше путешествие и тур по улицам Саранска. Мы уже почти на полпути к университету. Фу, к моему корпусу. Я что-то больно быстро иду. Даже запахался. Мечта. Это мечта, чуваки. Мне продаются продукты. А вон там Glory Jeans. Два таких вот магазика. Смотрите, вот они. Вот он, Glory Jeans. Итак, чуваки, пока что ни учеными, никем не открыто восьмое чудо света. А знаете все почему? Потому что они не были в Мордовии. Потому что в Мордовии есть свое восьмое чудо света. И оно выглядит вот так вот, вот таким вот образом. Довольно неприметное, да, зданица. Не очень похоже на восьмое чудо света. Но оно выглядит именно вот так вот. Смотрите. Вот, а вот мы проходим какую-то центральную школу. Я, к сожалению, не знаю ее название. Ой, название говорю, номера ее. Но, в общем, не важно. Вот такие вот в центре школ у нас. В деревьях все довольно красивенько так смотрится, прикольно. Лето, наверное, круто будет. Все будет в это, в листочках. Я уже пододвигаюсь, так сказать, к своему универу. Знаете почему? Потому что вон в той стороне у нас ДКИ, вон там театр. Вон театр, напротив театра ФЭД, вот там вот. А вот в прошлый раз я вам показывал Дворец культуры, что как так он называется. В общем, продолжаем идти. Итак, друзья, вот мы уже подходим к ФЭТу, и сейчас мы зайдем вот на территорию самого университета. Идемте. А вот, смотрите, строится новый корпус, облагораживается. Вот так это все смотрится. Красивенький, это ИНЯС. Вот, а вот бассейн, который я вам показывал, как-то, по-моему, то ли с ФЭТа, то ли откуда. Вот сам ФЭТ с другой стороны. Это все, походу, для стройки. Ой, блин. Какие-то утеплительные штуки. Вот бассейн вот так смотрится. А вон уже виднеется мой чудо-любименький корпус и МК. И мы уже довольно, так сказать, на пути к нему подходим. И сейчас мы будем... Сейчас еще покажу. Прохожу мимо бассейна. Сейчас, блин. Я надеюсь, видеорежим снимает лучше со стабилизацией, потому что все-таки трясется все. Так, секунду. Вот издалека, как надо поближе подойти, вот издалека как смотрится и НК-шный корпус. Сейчас я тоже сделаю фоточку. Итак, чуваки, вы смотрите только сколько снега здесь. Это, конечно, настолько много, но больно резко у нас не было столько еще. Вот смотрите, сколько сугробиков, сугробы. И мы, собственно, уже на самом подходе уже к университету. Сейчас мы туда зайдем. Вот такой вот достаточно долгий путь, я надеюсь, получился. Давайте, сейчас мы пойдем уже в Макдональдс вдвоем, так сказать. Let's go! Смотрите, чувачки, какой офигительный толстый слой льда. Блин, как он ломался сейчас. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такой вот
Вот он, это лед, это самый настоящий лед. И, кстати, отменяется Макдак, потому что игрушки еще не привезли. Игрушки будут только со дня на день, короче, то ли сегодня, то ли в субботу. В общем, пока, ну, вы увидите, короче, когда я за ними пойду. Короче, в Макдаке нас не ждут, и мы решили пойти и перекусить, помаленечку посидеть в Subway, и, конечно же, берем вас с собою. Смотрите, какого потрясающего цвета машина, чего только не встретишь в Мордовии. Настоящий салат. А мы тем временем уже подходим к Subway, где будем сейчас точить наши сэндвичи, так сказать, сабвейвские булочки. Все, мы подходим и заходим в Subway. Так, чуваки, мы, короче, в Subway взяли себе Mountain Dew. Я пью Mountain Dew, Анастасия пьет Pepsi. Как называется? Subway Club. Мы взяли, короче, Subway Club 30-сантиметровый, и сейчас будем его точить. Вот у нас чудо-чек, все вышло в 340 рублей. Итак, смотрите, вот наша чудесная булка, и мы кушаем ту же самую, которую мы снимали. Ой, снимали, да, которую кушали в тот раз, когда снимали, короче, вот там мяско и всякие, короче, овощи и разная прочая штучка. Так, давайте ее закушаем, так сказать. Итак, чуваки, мы переходим к поеданию нашей булки под названием Subway Club с теми же соусами, которые были. Это сырный барбекю и чипотл соус вест. Так смотрится булка, и давайте же ее откусим. Кстати, сейчас я хотел снять для вас чудо-коробочку, которую я снимал с ледниковым периодом. Типа, и тут мне сказали, во-первых, что типа тут снимать нельзя, опять, короче, съемка запрещена, но мне абсолютно это пофигу, потому что, насколько я знаю, вообще ничем незаконно не запрещено снимать в каких-то местах, они не имеют права, в общем, этого делать. Ну, короче, мне пофигу, я, короче, не снимаю, просто про них там не фоткаю, она просто стоит на прилавке там. И вот, мне не хотят продавать эти игрушки, потому что, типа, точнее, их продают, их можно купить, но, типа, тут такая политика, то, что это, типа, сюрприз какой-то, и то, что абсолютно нельзя узнать, какая игрушка будет там внутри. Короче, полная какая-то билиберда. И, то есть, если покупать в ожидании новой игрушки, каждый раз наугад ты никак не определишь, какая, типа, просто мне говорят, то, что мы не знаем, какая там игрушка, это запаковывали не мы. Просто, ну, короче, какой-то бред, и я не знаю, короче, когда будет новая игрушка по Subway. А тем временем мы будем кушать сейчас нашу булку. Очень вкусно. На данный момент это будет моя любимая булочка, потому что Subway. До этого у меня были, короче, куриные с куриным филе. Но она мне надоела, поэтому вот это очень вкусно, и сейчас будет булка номер один. А что делать с коробочками, я не знаю. Никак не хотят мне говорить, какие там игрушки. Каждый раз покупать наугад. И, кстати, кроме белок ничего не попадалось, только белки. Когда будут новые, тоже неизвестно, поэтому... В общем, вот так. Пока что мы кушаем. Приятного аппетита мне, и всем вам приятного аппетита. Кстати, Настюшка сдала экзамен на четверочку. Это я троечник просто. Вот, и, кстати, она одна сдала, остальные не сдали. И еще что еще хочу сказать. Кстати, как я говорил, очень вкусная булка. Но по поводу игрушек здесь вообще полная фигня. А Макдональдс гораздо круче с этим. Это Макдональдс просто номер один. Здесь какая-то придумали какую-то они сами стрёмную политику насчет этого. Мы не знаем, какие игрушки, не знаю, как... Ну, короче, мне не нравится. Огромный минус. Еще выпендриваюсь по поводу съемки тоже. В Макдаке мне никто, ну, особо и не смотрел, что я там. Ну, короче, не знаю. Хотя я тоже там снимал. Ну, пофигу, короче. Что-то, не знаю, использование у меня свое отношение к себе. Вот так вот. Ну, не намного. Все-таки булки вкусные. Итак, короче, мы закончили свою трапезу в Subway. И еще я вспомнил то, что... Да все, тихо. Я вспомнил то, что нужно еще купить новогодних киндеров, чтобы сделать видео, потому что 3 штучки у меня лежит, а нужно купить еще. И мы сейчас, короче, пойдем куда-нибудь и купим новогодние... Только я не знаю, куда пойти и купить, где. Короче, сейчас будет это новогоднее... Точнее, поиск новогодних, короче, киндеров. Вот. Не знаю пока куда. В общем, идемте с нами. А еще, чуваки, знаете, что Анастасия сделала? Она сняла свою, короче, распаковку на киндер 40 лет и скинула мне, короче, и получилось довольно забавно. Я не знаю, как, возможно, вы даже когда-нибудь и как-нибудь, не знаю, только в каком формате вы это увидите, короче. А вот центральный рынок, на котором, типа,
запрещена на всей территории съемка. Вот, чуваки, сломался экран, прям как моя, короче, PlayStation 3. Я потом покажу вам. Вот, смотрите. Итак, а мы, в общем, придумали, куда пойти и купить киндеров. Мы пойдем в планету, там есть бар. Я в тот раз, когда делал первое видео по новогодним киндерам, именно там я их покупал. И мы, короче, идем туда. И сейчас там их купим. И по пути тоже что-нибудь я вам покажу, наверное, если что-нибудь будет интересное. Идемте. Итак, вот мы на пути уже к планете. Тут у нас вот Reebok Adidas, так сказать. И смотрите, что я вам хочу показать. У нас здесь стоит памятник Полежаеву Александру Ивановичу Полежаеву. К сожалению, он сейчас в снежке. В снежочке, так сказать, вот так вот смотрится. Сейчас давайте маленечко на него дадим зум, и вот так вот он смотрит. Так, а мы сейчас идем. Планета там вот в конце далеко-далеко. Мы пойдем в конце аллеи, мы пойдем и пройдемся по аллеечке. Хоть сейчас зима и не так красиво здесь, на этой аллейке, но мы все равно решили пройтись по ней. Но я вот показываю много сейчас зимой, когда нет там листвы зеленых, там пофигу лето и желтизны осенью, но потом. Я же не буду заканчивать снимать влоги, я буду их снимать, поэтому потом обязательно вам все покажу, то есть в другое время года. Что-то красивое в одно время года, что-то красивее в другое. Так что надо обязательно показать лес. В лесу мне очень нравится. Мы как-нибудь обязательно сходим туда. А пока что мы продолжаем свой путь по аллеечке. Кстати, вот смотрите, у нас есть вот такой чудеснейший, так сказать, универмаг. Трехэтажное, по-моему, здание. Там вот тоже разные магазы. Хотя таких путных магазов у нас нету. Магазинчики у нас фуфлыжные, так сказать, в городишке. Ну и городишко тоже, так сказать, особо, как это, цивилизованностью не блещет, вот. А мы продолжаем свое увлекательнейшее путешествие. Продолжаем мы наш путь. Продолжаем, никуда нам не свернуть. Смотрите, чуваки, химчистка. У вас есть в городе такая старинная древняя химчистка? А у нас есть. Угу. Красивешное дерево. Надо сфоткать, а будет клевая фотка. Я, блин, по пути все фоткаю, переключаю в режим этого, как его, ландшафта, блин, и забываю, у меня там крутилка на фотоаппарате, и всегда, блин, забываю обратно. Я сейчас сегодняшний день снимаю в режиме видео, там с какого-то момента в пазике я накрутил, когда мы ехали сюда. И, блин, я забываю переключать обратно. Сейчас опять переключил, чуть-чуть шел и снимал. Не помню, с какого момента у меня было на ландшафте. Мне кажется, больше дергается. Какая тачка? Смотрите, чуваки, какая офигительная тачка, вообще крутая, да? Смотрите, у вас есть в городе такая машина, у нас есть такая машина. Очень прикольная, я даже не знаю, что это, правда, за марка такая. Но смотрите, вообще потрясающая. Сейчас снимем ее еще чуть-чуть, вообще прикольно. Смотрите, у нее сзади мигает фигулька, вообще прикольно. А мы уже, собственно, подобрались почти к самой планете. И сейчас я вам ее покажу, так сказать, в полной мере. Итак, чуваки, смотрите, вот наша... Чего корпорация? Короче, вот она. Планета, корпорация, как там? Центр. А где написано про планета-то, блин, я не найду. Где-то тут написано планета. Сейчас я вам покажу, где. Сейчас, короче, покажу. А я, между прочим, мечтаю о оке. Хочу себе оку. Нет, я хочу машину и еще хочу оку. Смотрите, какая прикольная. Портер Тагаз. Вообще забавная тачка. Сегодня выпуск с тачками. Короче, смотрите, чуваки, вот она. Планета, вот такой логотипчик. Евроспор вот такая. Сейчас еще дам фоточку. Смотрите фотку. И мы продолжаем свое увлекательное путешествие. И пойдем сейчас и купим вам, то есть для вас, киндеров. Ну и все, мы, короче, движемся ко входу. И сейчас мы туда зайдем. Итак, чуваки, все, мы, короче, закупились. Хотя совершенно не купили то, зачем шли. Новогодних киндеров там нету. И надо будет сейчас пойти в какой-то другой магазин, чтобы их найти, пока не знаю в какой. Но я зато нашел там другие прикольные штуки, которые я вам сейчас покажу, так сказать. Мы пришли, короче, на лавку. Сейчас я вам покажу, что я там накупил, так сказать. Первое, что мы находим. Смотрите, какой новый читес прикольный. Читес Бартман. Это кукурузные палочки. Короче, Барт стилизованный под Бэтмена. Опять какие-то супер призы там должны быть. А в тот раз с трансформером я выиграл, короче, две штуки. Мне пока ничего не прислали, вот что тут написано. Найди каточку, ля-ля-ля, короче. Будет отдельное видео, пока три пачки купил, потому что, если честно, мне совсем их не хочется кушать. Просто я столько съел трансформер, что вы себе просто не представляете. Далее,
купил их 3 пачки, потом я купил 5 вот таких вот штук. Яичек тоже я говорил, что хотел их купить. Я их купил, нашел в Спаре, вот они есть. Сейчас потом покажу чек, сколько стоит. И еще меня кто-то просил, вон нам пакет мой. И еще смотрите, что я нашел. Вот они. 3 разных купил Hot Wheels Kinder Surprise. В общем, сколько вышло денег? Вот чек. Итого 404,50. 3 пачки читаса по 30,50. По 29 рублей. Ой, 29 она стоит сюрпризом. И по 56 Kinder Surprise. В общем, так вот. А мы пока что пойдем искать, так сказать, очередной магазин, чтобы купить новогодних киндеров. Хотите, я вам кое-что покажу? Вот этот сумасшедший человек чем занимается. Прикольные тачки продолжают, смотрите. Ремонт ключей. Все, чуваки, мы, короче, пришли на остановку. И сейчас поедем и зайдем в какой-нибудь магазин. На свет этих строек, в поисках новогодних киндеров. Вы думаете, так легко их найти? Нет, чуваки. Вблизи Новый год, и это очень проблематично, но я постараюсь найти их для вас. Остановка. С Новым годом, Саранск. С Новым годом, чуваки. Поздравляю. Скоро Новый год. Так, чуваки, короче, выдвигаемся в Салихвазе. Мы сейчас едем домой и... То есть не домой, нет, мы едем в какой-нибудь магазин на поиски новогоднего киндера. Поехали с нами. Фазик, вы думаете о том же, о чем и я, чуваки? Да-да. Сейчас это свершится. Попытка номер 2, чуваки, специально для вас. Руки вообще замерзли в меню. Чуваки! Поехали! Итак, чуваки, это был супер экшен. И мы отправляемся в Спар на поиски яичек теперь. А вот смотрите, что у нас вдали. То, что я вам показывал сегодня. Суд. И собор. А вот, чуваки, сейчас мы когда пойдем назад, я вам покажу еще нашу Светотехстроевскую площадь. Вот тут проходят различные праздники. Блин, там тоже есть горка. О, нет. Давайте сделаем вид, что я ее не видел. И елку покажу тоже. А мы тем временем продолжаем свой путь в Спар, где будем искать яички. А вот, собственно, наш Евроспар вот так смотрится. Там он еще есть внизу Евросей, домашний уют, бегемотик, аптека. Но самое главное это Евроспар. Пойдемте же туда. Зайдем через вот этот вот вход. Фиг, там нету никаких этих новогодних яичек. Это тоже спаржа. И там ничего абсолютно нету. Вот так вот. Пошлите на горочку. Итак, вы готовы к этому? Сейчас свершится просто сумасшедший трюк, сумасшедший съезд. То, что вы видели до этого, это все фигня. Сейчас я, Дмитрий Айдипсет, исполню для вас супер трюк. Поехали. С Новым годом, чуваки! С Новым годом всех! Смотрите, праздник нам наступает и грядет. Большущими шажочками. Смотрите, все в елках. У нас здесь супер праздник. Познакомьтесь, это Джонни. Джонни жираф. Короткошейная порода. Привет, чуваки! Итак, братва, я опять упал. Это лишь только для вас. Мои супер покатушки. Идемте дальше. А еще вот у нас здесь есть каток. Но он вроде не залит. Пока что или залит. А, нет, катается на коньках, значит залит. А вот смотрите, это у нас площадь здесь. Типа, но она пока... Блин, как скользко.
она пока не обустроена, поэтому, собственно, вот так вот. А вот ставят елочку. Это Светихстроевская елка, она далеко не центральная. И вообще пока что она не горит ничего. Ну, в общем, вот такая у нас именно в нашем районе будет елочка. Идемте дальше. Ой, а кто в теремочке живет? Тук-тук-тук. Так это же блогер с YouTube Adipset. Итак, а мы продолжаем свой путь в Перекресток. Теперь в поисках яичек. Идемте с нами. Мы идем сквозь сугробы, сквозь снег и прочие препятствия. Преодолеваем их, чтобы купить яиц новогодних для вас. Что это за табличка? 220 вольт. За ограждение не заходить. Вы думаете, я побегу туда? А не, я не боюсь вообще. Итак, чуваки, а сегодня у нас день машины. Смотрите, какая прикольная красная селика. Довольно забавная тачка, не правда ли? Сегодня просто день разноцветных машин. А вот смотрите, как вот круто сейчас храм смотрится. Вот сейчас вообще классно, смотрите. Итак, чуваки, вот он, короче, наш перекресток. И мы сейчас пойдем туда на поиски наших новогодних яиц. И что вы думаете, в Перекрестке есть такие яйца? Да фигушки! Там ничего такого подобного нету, и мы, короче, выдвигаемся на почту за нашими посылочками. Идемте с нами. Как вы думаете, к чему мы на подходе? Да-да, сейчас я вам покажу. Это вот такая вот почта России, так сказать. Идемте внутрь. Итак, братцы, смотрите, мы получили вот такую посылку, и потом когда-то я увижу на нее распаковку, сделаю. Я сделаю на нее распаковку. Это мне подарочек. Вот так вот. От Анастасиюшки. Ну просто, чуваки, я не могу вам показать еще раз собор, просто сегодня день собора. Итак, мы, короче, закончили с почтой, идем в наш последний надежду спасительный магазин Дубль. Надеюсь, что там мы найдем эти киндеры. Вот. А потом уже, собственно, пойдем домой готовиться к экзамену. Послезавтра у нас будет еще один экзамен. Все. Итак, чуваки, вы думаете, в Добром были киндеры? Нет, чуваки, там ничего не было. Я даже не знаю, где теперь искать эти новогодние киндеры. Но я думаю, где-нибудь все-таки получится их отыскать. Но пока что сегодняшний день не увенчался успехом. Я еще попробую зайти в один магазин по пути домой, потому что сейчас мы отправляемся уже домой. Хватит на сегодня пеших прогулок по морозу, потому что вы видите пар из моего рта. Не знаю, сколько градусов, по-моему, около 6, где-то минус 6. Но очень мне понравилось ходить пешком. Все, пошлите домой. Смотрите, чуваки, как мило просто. Просто милота мимимишная. Две голубушки сидят. Знаете, как, насколько приблизил, призумил? Смотрите. Оцените все мое качество зума. Нехило, не правда ли, да? Неплохой зумик. Вот так вот. Итак, чуваки, все. Путешествие подходит к концу. Я иду домой вот с таким вот пакетищем, в котором, содержимое которого я вам уже показывал. Там, короче, читос и яички с барашками, и яички ход в Хелс. Вот. И, собственно, на этом сегодня все. Новогодние яйца мы не нашли, хотя я сейчас зайду еще в один магазин по пути. Вот. Так что, ладно, мне кажется, сегодня получился довольно такой интересный влог. Ну, хотя, возможно, я еще Польку дома поснимаю, что-нибудь еще сегодня будет. Вот, так что давайте пока что идем домой. И я, в принципе, достаточно замерз. Вот, потому что очень давно не гулял, очень давно не гулял. А, и наконец-то погулял. Тачка едет бегом. Бегом, бегом. Бегом переходим, мы перейдем дорогу бегом. Мы перешли бегом дорогу, я успел убежать от тачки. И, короче, ладно, у меня уже замерзла пипец рука. Кстати, батарейки разряжаются вообще очень с быстротой такой. Очень быстро. Я одну согрею, переставлю, все. Идем домой. Итак, чуваки, вы, наверное, не поверите, но даже сейчас я был в Магните, вот я сейчас вам показал. Я был в Магните, но там тоже нету таких киндеров, там вообще очень мало их. Очень скудный выбор. И я продолжаю идти домой. Сейчас пойду через посадочки, покажу вам. Тут у нас есть посадочки, хотя не знаю, сколько они красивые, я там очень давно не ходил пешком. Раньше, когда ходил пешком, без машины, тогда я там ходил. Вот, сейчас посмотрим, насколько там сейчас. Но летом там красиво, когда все зелененькое, сейчас не знаю, сейчас посмотрим. Итак, чуваки, вот мы подходим уже к посадочкам. Вот они вот такие. Нет, конечно, зимой сейчас не так много на них снега, это раз. Во-вторых, не лето, нет листочков. Вообще, Капитан Америка хотел сказать. Капитан Очевидность. То, что не лето, нет листочков, это логично. Ну, короче, вот такие вот посадки. А вот, смотри, что вам сейчас. Итак, чуваки, смотрите. Я иду по этим посадочкам мимо своей школы, в которой я отучился с 1 по 11 класс. Вот она, моя
любименькая родная школа. И всегда, когда я раньше ходил здесь с учебы, я, конечно, не часто это делал, вот, я проходил здесь. Я там проходил и всегда вспоминал свои школьные, так сказать, года, потому что мне очень нравилось школьное время. Это, считай, даже кто-то думает, что университетское время самое лучшее. Для меня самое лучшее время это было школьное. Это просто... Нет, университетское тоже у меня было очень классное. Мне тоже очень нравится все. Но школьное это просто прям, я не знаю, на всю жизнь всякие воспоминания с мой класс и так далее. Все было очень классно, весело, прикольно, задорно и забавно. Кстати, когда я учился, не было никакого поля, ничего не было, все только что построили, но школа выглядела примерно таким же вот образом. Ну что, друзья, наконец-таки я дома, я пришел, уже маленечко отогрелся. Дома теплее, чем на улице. Очень классно. В принципе, вы знаете, я прям доволен сегодняшней прогулкой, мне кажется, получится довольно интересный влог. Такой разнообразный, разные места и так далее. Мне самому очень понравилось, я давно не ходил пешком, не гулял. Кстати, опять, где сегодня с утра начал, там же и снимаю, давно не гулял. Я, конечно же, с непривычки устал. Так вот, я с непривычки устал, но мне очень понравилось, очень понравилось. Вот, и знаете, кто сейчас ко мне пришел? Как всегда я начинаю снимать, знаете кто? Сейчас покажу кто. Опа! Привет! Ух ты, все, вот это, знаете что? Это называется... Игривое настроение, когда она к ней идешь, она убегает. Смотрите, кто ко мне опять пришел, сидит. Ну что ты, все, это игривое настроение ее, к ней просто не подойдешь и не дотронешься. До нее она сразу убегает и просится бегать. Смотрите, что происходит, какой экшен. Поле, давай. Поле, давай. Шебурши, полька. Ну вот, все. Включила видео, она перестала шебуршить. Здравствуйте, товарищи, меня зовут Поле Джанчик. Я очень озорная кошка. Кошка Айдипсида. Но нравится, но как ей нравится этот планшет, я просто не могу. Да блин, цветочку купили не надо, а мой планшет фигачить надо. Это просто чудо чудесное. Все. Как только начинаю снимать, сразу уходит. Стесняется, наверное. Чуваки, смотрите, какой пошел снег. Просто снегопадище фигарит. Просто пипец, глядите. Вы видите вообще, какой идет снег? Вот он как валит, короче, вообще. Вон деревья все в снегу вообще. Вот, видно, во. Смотрите, как фигачит снег. Просто пипец. Так-то это круто, очень красиво. А кто у нас тут спит? Кто спит такой? Маленький ходусик, кто спит? Кто сразу... Смотри, упадешь. Воображулька, смотрите, она туда прям падает, моя маленькая воображулька. И сразу вот сразу кусаться. Абсолютно. Ты никак не наиграешься, да? Не наиграешься никогда. Ну, вообще просто, смотрите. Она меня сейчас съест. А я пришел снимать распаковочки, а здесь лежит моя Полюнечка. Здравствуйте, Полюнечка. Как ваши дела? Я буду сейчас снимать распаковочки. Да. Смотрите, что происходит за кадром, пока я снимаю свои видосы, чуваки. Ой, как мы воображаем. Это просто воображулистая воображуля, так сказать. Посмотрите на нее. Она очень любит воображать у меня. Воображулистая. Полечка моя, кс-кс-кс, Полюшечка, люблю же я тебя, люблю, кисоньку моя, вот так вот. Ну, а я продолжаю снимать тут, вот у меня, видите, что у меня вокруг, это вы можете видеть только во вложках. Смотрите, чуваки, смотрите, это вы нигде больше такого не увидите, посмотрите, это просто, я сейчас снимаю видос, я даже прервал видео, смотрите, это, вы где-нибудь видели такую кошку, где вы, кто вам еще покажет, ну кто вам покажет, это просто Unreal, вот где милота, это зашкаливающая милота, вы просто, я не могу, смотрите, она вот лежит, вот как, и абсолютно... Она лежит и лежит. Вот так, сейчас прервусь, сделаю фотографию. Итак, собственно, Полечка мне попозировала сейчас. Я сделал парочку фоток. Вот вы могли их видеть. Что такое? Какая вот хорошая, моя любимая. Ну кто? Еще вот тогда я вам уже показывал, еще надеюсь, засниму, как она стоит на задних лапах, но это просто она как зайка, такая милая. Вот, я прям не могу. Я знаю, что вам очень нравится Поле, но вы поверьте, я тоже ее очень. Смотрите, как она растопырила свои лапы задние. Она прям их вытянула. Она ест мою руку и, наверное, от радости, удовольствия и счастья вот так вот их
Смотрите, как она вытянула, 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 вытянула лапы свои. Лапы, лапы, лапы. Вот так вот. Вот, вот так вот она Димку любит и ест вот так вот его. Ты что какая? Ты что какая бешеная-то, а? Прям, знаешь, как когтями. Ей надо... Лапы, 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 лапы. Я не могу, но это просто няшность. Я тут, кстати, снимаю вот... Прервал видео, потом, когда будет смотреть, прервал видео, снимал вот барашков. Чтобы я смотрю, я просто раз посмотрел, она так лежит. Я просто не смог не отойти и не вот снять ее. Собственно, вот эту мою маленькую радость. Ладно, давайте опять к видео вернемся. А Полечка не перестает меня радовать. Смотрите, как она лежит. Она теперь сменила позу, но лежит, точнее, маленько в другую сторону, но также лежит забавно. Смотрите, я думаю, вы такого еще от Поли, по крайней мере, точно не видели, как она умеет круто, круто лежать. Так, сейчас. Вот, смотрите, сверху вид. Она лежит и ничего. Она прям может так спать, очень часто она так спит. Ну, няшность же забавно. И, кстати, смотрите, раскрас какой. Вот у нее беленькое здесь пузо. Вот так это все смотрится. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот выпендриваемся. Как она, смотрите, потянулась, какая длиннющая. Смотрите, какая длинная. Это она ведь на камеру теперь позирует. Когда Гландел, когда за ручьи рыкает, она убегает. Она прекращает, типа, я ничего не делаю, это не я все ушла. А тут вот, ой, как еще позевала. Ну, вообще просто... Вы кабенистая девчонка, да? Что там? Что там? Что там было, Поля? Поля, что там было? Скажи, что там было. Кто это такой? Кто это меня так смотрит? Это мой хозяин. Хозяин мой. Привет, подписчики. Итак, чуваки. Сейчас вы знаете, что увидите. 3, 2, 1. Шамаджаба! Кто напугался здесь? Кто сидит? Давай, выбегай, Полька. Покажи, как ты носишься. Давай. Выходи, выходи, выходи. Как? Побежал. Побежал, побежал, побежал. Кто тут? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто, 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 кто? Залезла под диван. Но сегодняшний день закончен. Мне кажется, был довольно веселый, забавный влог. Хотя и очень длинный. На 40 с чем-то минут он выходит вот. Это я просто кушал сейчас, монтировал и кушал читос, который сегодня купил. Кстати, классные карточки попались. Вот. А на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, ставьте палец вверх и ждите следующий мой влог. Всем пока.